синем углу. Боец весовой категории 71 килограмм, рост 79 сантиметров. Ему 22 года. Мастер спорта по грэпплингу. Представляет бойцовский клуб МВД ФСН. Профессиональный рекорд. Одна победа, 0 поражений и 0 ничьи. Встречаем Азубегу Тимур Лан. И его соперник, боец весовой категории 71 килограмм, рост 85 сантиметров. Ему 27 лет. Кандидат в мастер спорта по рукопашным боям. Представляет бойцовский клуб «Бык». Встречаем боец из Узбекистана Джураев Амур. Бойцы на середину. Красный угол, 2 секунды, второе предупреждение, минус балл бойцу. Синий угол тоже, 2 секунды, либо минус балл бойцу. Еще одно предупреждение, минус балл бойцу. Независимо, красный, синий угол. Рашид Асанов, почетный гость турнира. Сыйлык тапшыруга чакырылат Рашид Асанов. Итак, об этом бою. В первом раунде за 3 минуты и 25 секунд техническим нокаутом
победу одержал Асылбегу Тимур Лан!